Привет, друзья! Снова получил очередную обновку своих инструментов. Сегодня на обзоре перфоратор от фирмы Deca, модель GJ180. Он выполняет сразу три функции – перфоратора, дрели и легкого отбойника. Ну, в общем, стандартный набор. И в первую очередь он, конечно, применяется для работы с прочными материалами, такими как бетон и гранит. Перфоратор продается с российского склада. Я получил его на четвертый день после заказа, курьерской службой прямо в руки. Стоимость доставки по всей России уже включена в стоимость товара. Перфоратор продается сразу в удобном пластиковом кейсе для хранения и переноски. В комплекте также идут три бура диаметром на 8, 10 и 12 мм. Два зубила, пика и плоская, пыльник для вертикального сверления потолка, запасные щеточки на двигатель и инструкция. Длина кабеля питания 2 метра. Перфоратор весит ровно 3 килограмма и имеет мощность 800 Вт. В холостом режиме потребляет 650 Вт. Для сверления можно использовать специальный патрон. С ним в перфоратор можно зажимать обычное сверло и использовать его как дрель. В режиме сверления перфоратор развивает 930 оборотов в минуту. На боку у него находится четырехпозиционный переключатель для выбора одного из трех режимов работы. Сверление без удара, сверление с ударом и режим долбления с применением зубил. В четвертой позиции переключателя можно позиционировать плоское зубило в нужное положение. С помощью курка можно регулировать скорость работы перфоратора. На курке также есть колесико предустановки оборотов, которое позволяет ограничить верхний уровень оборотов. А кнопка сбоку позволяет заблокировать курок в нажатом положении, что очень удобно при длительной работе зубилом. Сверху над курком установлен флажковый переключатель для реверса вращения на случай заклинивания сверла. Передняя поворотная рукоятка легко устанавливается в удобное положение. Также в ней есть возможность установки ограничителя. Сам ограничитель идет в комплекте. Он полезен для сверления несквозных отверстий на заданную глубину. Инструмент вполне удобен в работе. В итоге это вполне обычный и недорогой перфоратор. Он вполне пригодится дома для бытового применения. Полки повесить на бетонные стены, плинтус закрепить, поштробить, побурить и подобное. Спасибо за просмотр и, как обычно, конкурс. Призом будет любой товар из Китая на 500 рублей. Для участия нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк на это видео и написать, какой еще инструмент вы хотите увидеть на обзор из магазина Deca. Реноватор, дрель, сварочник, нивелир или, может, набор инструментов. В общем, выбирайте. А я прощаюсь. Пока-пока.